Акапулько, Мексика. По мексиканскому курорту в среду 25 октября пронесся мощный ураган Отис. Его жертвами стали десятки людей. Сотни ищут своих родных, пропавших без вести. В городе отсутствует электричество и водоснабжение. Почти нет связи. No puede ser posible. Acapulco está destruido. Длинные очереди выстраиваются на заправках. Власти, признав нехватку ресурсов, разрешили нуждающимся безвозмездно брать из магазинов товары первой необходимости, чем пользуются недобросовестные жители и мародеры, унося все, что могут, из супермаркетов и бутиков, причем на глазах у правоохранителей. Те в ситуацию не вмешиваются. Отис – самый сильный ураган из всех, что когда-либо обрушивались на Тихоокеанское побережье. В популярном у туристов городе с почти миллионным населением разрушено 80% отелей. Инфраструктуре нанесен многомиллиардный урон. Власти потребовали от страховых компаний не затягивать с оформлением документов и выплатами для застрахованных компаний и частных лиц.